Наземно-воздушная среда более сложна и разнообразна, чем другие среды. Наибольшее значение для живущих в ней организмов имеют свойства и состав воздушных масс. Загрязнение воздуха оказывает негативное воздействие на живые организмы. Плотность воздуха гораздо ниже плотности воды, поэтому у наземных организмов сильно развиты опорные ткани, внутренний и наружный скелет. Температура воздуха может меняться очень быстро, поэтому живущие на суше организмы имеют многочисленные приспособления, позволяющие выдерживать резкие перепады температур. У наземных организмов, живущих в условиях различной влажности, также выработались специальные приспособления.